Добрый день, уважаемые читатели портала appleinsider.ru. Сегодня хотелось бы рассказать вам о замечательной игре от студии Rubicon под названием Great Little War Game. Эта игра представляет из себя классическую пошаговую стратегию. В ней вам предстоит управлять мультяшным взводом солдат. В самой игре реализовано несколько режимов, каждый из которых по-своему интересен. В кампании вам предстоит пройти множество интересных и занимательных уровней, в некоторых из которых вам предстоит даже захватывать здание. Также есть режим игры против компьютера. В нем вы сможете выбрать любой уровень, а также любые настройки этого уровня. Ну и, соответственно, реализована поддержка игры против живого соперника. Разработчики Great Little War Game не забыли и про ачивенты. Их достаточно много, и все они очень интересны. Это позволит продлить интерес к игре на достаточно долгий период времени. Ну, конечно, хотелось бы показать вам сам геймплей и прохождение первого уровня игры. В игре достаточно сильную роль играют возвышения. Солдат, занявший позицию на различных холмах, отнимает гораздо больше жизни у своих врагов, а также получает намного меньше урона, нежели тот, который будет расположен на земле. Также солдаты, расположенные на возвышении, обладают гораздо большим радиусом поражения. Это позволяет им гораздо раньше атаковать противников, тем самым выигрывая ход, а иногда даже два. В игре очень симпатичная мультяшная 3D-графика. Она позволяет добавить легкой несерьезности, да и просто смотрится очень красиво. В игре реализована достаточно полезная поддержка функции пропуска хода своего соперника. То есть это означает то, что вам не придется больше вести затяжных боев в ожидании того, пока же ваш противник совершит ход. В целом, Great Little War Game отличная с пошаговой стратегией, с симпатичной графикой, отличной озвучкой, да и просто, которая позволяет разнообразить уже слегка приевшиеся серьезные игры. Обязательно установите специально для Apple Insider и Google.